Вард стоит, потому что он как-то странно развернулся, как только Верка подобрала баунти руну на 6-й. Прям развернулся, но я думаю, что этого у Джи не знают. И Верка идет дальше помогать, кто поставляет Тибера вообще соло стоять здесь навсегда, похоже. ТП просто первый на торс. Вот в чем проблема, и можно попробовать убить как-то, Ебает, сюда еще и инвокер смещается, будут еще и чалиться, пытаться забрать. Появляется их снова. Может ли он чем-то помочь? Ничем особо не могу. А вот и камбэк от алхимика. Пожалуйста, 934 на творца, между прочим. Причем, смотри, какой истинный саппорт. Он не ударил, он отменил тычку, чтобы товарищ добил. Вот это да. Все оставляет. Все еще у инвокера 6 натворс, все еще ДП на первом натворсе идет, может, да? Invisibility. Да, у Арка все супер. Это из неприятных новостей для фанатов OG. И фанатов пятерки алхимика в этой игре. Я думаю, реально, ну, можно, учитывая то, что это Миша и как он играет, можно забивать на огонь для алхимика. Ближний первый. Это очень давно. Чтобы рундока скидывает, покупал... да, таким. Да, да, он прям манжу покупал. Мне кажется, это скорее, знаешь, в игре, где у тебя не вот так все близко при счете 0-1. Ну, посмотрим. Maybe. Ну да, скорее всего. А есть ультимейт ДП, теперь надо Амару выходить. Амар, по идее, ХПшный, но его могут зацепить и попробовать отпустить. ВЗМ страхует рядом. Амар улетает. А, все-таки Юл будет брать. Юл — это надежнее вариант. Тут в боте будет защита. Так вот, от Бардена, но защита все-таки планируется, на их снова нападение, и его убивают. РНГ пока что отступают. Отлично, Чалис уворачивается от торнадо. Есть тайга, а Тавра-то нету, РНГ. Тавра-то нет. Там видите, не пытается, я так понимаю, блин, свои профармить. Мэйби. Получи тайгу собрать, Мэйби, что ты делаешь? Мэйби пока что есть астрал степ. Выпрыгивает, тайгу убил. Сейчас через 2 секунды симилейт. Не успел. Все равно выжила ситуация очень многое. Ай, кака, и того. Крип полетел. Возможно, Верагер. Еще что? Там еще Тини пытается поймать на торнадо. ЕМП, Тини. Умер. Это уже Вессел. Так. Миша получает ультимейт. Гост не добивает его. Что? Вот чем занимается Гост последние 2 минуты? Что это активный антимаг, Михаил. Это активный антимаг. Ну ладно. Слыхал я об этих выигрывающих активных антимагах. Так. Что их снова убивает Тайга. Обязательно им воспользуются, не стоит сомневаться абсолютно. И драка на Рошане. Контроля над аванпостом у Radiant нет. Вражеский. Там пока бы уже кто-то нажал, у нас драка. Драка уже идет в отцу, я так понимаю. Глифнир, maybe. Мэйби очень битый, Мэйби, Фиксон погибает, просто ничего не успел нажать вообще. Еще и на Тине, еще и Ген, и тоже убьют, ДП убили тоже. Пока просто размотка какая-то. Вся на самом идея... деле, это то, почему вообще Верка существует в Продоте, почему ее берут. Потому что вот этот один шейкл сейчас выиграл им драку полностью. Просто один шейкл. Минус инвокер, Гост под ВКБ, на Амара переключается. Пытается, ну ладно, он не может, он закончил, да? А Юраги не закончил, он с тыла вышел. Подсказка приходит из нашего продакшена, что Аркварден иллюзий уже по деньгам отдавал на 2600 голды. Недурно. Но бывало и больше, кстати. Ну, это самый трудный показатель. Ну, тебе ничего, да. Амар чуть ли не основным дэмэдж дилером становится в финальных драках. Хочет наверняка его добить, пока не получается. Так, на Амара прыгает, сколько урона получает. Амар пошел бластер в бокера. Амара с бэкером улетел, подрегенился, продолжает. Отпустим временем, пустили тогда дилера без байбэка. Ого, сражается один против всей команды уже. Получает Кекс. Идут фрикадерики со всех сторон, и Кака будет сейвить, но антимаг пока и сам живет. Как же сложно Гаста убивать, ну.
тоже умирает. У РНЖ сейчас герои закончатся просто, чтобы играть. Ну, реально. Вот, да, вот, пожалуй, это вообще все ГГ уже идет. Наконец-то. Radiant's bottom barracks are under attack. Radiant's bottom barracks. Так, накручивает алхимик. Кака. Сейчас вернется ДП. Это 17-я, я уже со счета сбился. Слушай, ну ВЗ вот таких не получается, правильно? Все, правильно. Да, типа, доказал. Все. Пока перетанем, получается. Немножко ничего. Я после этой игры абсолютно не понимаю, как эти команды оценивать. Убивают, между прочим, алхимика и почти еще и тайгу. Есть ПКБ, а у Гаста нет байбека. ГГ 1-1 OG сравнивают счет. И это просто цель. Еще это будет Артур наука, чтобы он больше не ставил на бумагу никогда, а то...